31 июля мы призываем всех выйти снова на массовые митинги. Вы видите, что происходит в мире. В Англии совсем недавно на акции протеста вышло 2 миллиона человек. Вы вдумайтесь, 2 миллиона человек. Они потребовали отменить различные так называемые сертификаты, вот эти здоровья, все эти ограничения, QR-коды и так далее. Сегодня, 19 июля, англичане радостно объявили, что все эти ограничения сняты, люди свободно двигаются. Минимальные есть ограничения, связанные с обеспечением безопасности. Минимальные. Они вышли на митинг и говорили: руки прочь от наших детей. Власть заявляет, что сейчас они планируют вакцинировать детей. Англичане сказали, что они это будут делать только тогда, когда проведут необходимые испытания, тесты и убедятся в том, что эти вакцины действительно безопасны. А без этого английский народ потребовал, чтобы вакцины против детей не применялись, и они этого добились. Поэтому, уважаемые друзья, мы сейчас объявляем новую дату митинга. 31 июля, это суббота, в 12 часов дня. Места мы опубликуем. И вы должны знать два требования. Нет принудительной вакцинации и свободу политическим заключенным.